Всем привет! Сегодня я с подписчиками пройду Субмарина Стори. Вот мы уже телепортировались, игра начинается. Лучше сесть на свое сиденье, там прям написано. Ваш ник написан. Выбираем еду. Я возьму пиццу, я ее еще не кушал. Нужно найти аптечку, там сзади были ящики. О, чудище! Что нам требуется делать? Нам требуется просто ходить вокруг этого кубика. Ходим. И вот тут у нас горит зеленым, заходим. И он нас тут не достанет. Сейчас должны появиться деревяшки. Вот они. Берем. И ставим. Сейчас я вам покажу это в ускоренном виде. Все, готово. Теперь вода у нас уходит. Теперь кто-то должен приготовить самый невкусный суп на свете. Ну, а это буду я. Так, вот нам говорят рецепт. Grapes, potato, meat, a fish and toast. Если я правильно прочитал. Теперь все это подмешиваем в эту кастрюлю. Что там не сказали? Картошку. Вот картошку. Мясо. Все там на меня смотрят. Рыба. Обычно люди тут проигрывают. Тост. Давай. Я справился. Продолжаем. Ой, токсичный газ. Заходим. Одеваем маску. Все, я в маске, теперь мне не будет наноситься урон. Все заходите быстрей. Теперь берем молоток и швабру. Теперь забиваем молотком вот эти непонятные вещи. И вытираем шваброй ужицы. Сделано. Что это такое? Помогите, говорит наш капитан. Теперь нас телепортируют к нему в каюту. Вот какая у нас субмарина. Теперь тыкаем на кнопочки, и одна должна быть зеленой. Вот геймплей Brawl Robux, нашел ее. Теперь капитан выбирает концовку. Хорошую или плохую, остаться на дне. Ну, у нас хорошая. Хорошая концовка. На этом будем заканчивать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.